Мы здесь как на ладони. Как нам выбраться? В дроне Рейгера была карта корабля. Я проведу нас к радиорубке, чтобы вызвать Милана и свалить отсюда! Хорошо, выбраться-то как? Береги! Я вижу лестницу! Предусмотрительно! Гамора, стой! Где великий объединитель? Решаем проблемы по одной! Гамора, руби! Вперед, вперед! Стреляйте! Можем и спасемся! Я на такие забеги вообще-то не подписывался! Живо, внутрь! Реально дрянь! Где же выход? Его нет! Так сделай! Работай головой! Дракс, ударь здесь по стене со всей силы! Зачем? Затем, что нас сейчас убьет! Точно! Этот аромат я узнаю где угодно. Вперед! Мы можем сбежать через слив! Ты спятила? Это токсичный хладоген. Нельзя в него взять и окунуться. Стоять тут тоже нельзя. Я неясно выразился. Прыжок туда. Мгновенная смерть. Дракс! Дракс, ты в порядке? Да. Ну ладно. Может, это и не хладоген. Щекотно. Патроны Фликера. Будь они там, их бы дезинтегрировали. Под хвосты. Я есть Грут? Может и да, но если мы заблудились, и они нас не найдут. Нам крышка. Мы заблудились, и нам крышка. Момент, дайте сориентироваться. Этот корабль очень большой. Доверься инстинктам, зверёк. Зверёк? Ну, всё лучше, чем выродок. А что они делают? Отрезают нам путь. Столько дверей. Ты знаешь, как нам выбраться? Уже да. Вон, Мусорс. Ты назвал его Мусорс? Да. Глядите, он выведет нас к радиорубке. Вон, там наш выход. Не тратьте время на этих дуболомов. Чем скорее свалим, тем скорее спасем Ники. Точнее, тем скорее найдем Милана. Мы не просим девочку. Следуйте за Мусорсом. Спасибо, Мусорс. Ты ему доверяешь? Конечно. Он теперь за нас! Пробьемся, ребята! Наш путь открыт! Надо выбираться к ним! Знаю! Надо победить их до того, как они победят тебя! Давно я никого не нарезала! Быстрей, быстрей, быстрей! Мять! Давай сюда! Отойдите. Да, Мусорсу теперь нужно будет на Милана где-то жить. Он должен был стать администратором! Черт, тупик! Что теперь? Туда! Выберемся по мосту! Если переберемся через пропасть. Мять, у нас проблема посерьезнее. Снова дрон. Квилл, найди способ добраться до моста, пока нас не прожарили. Вон там колонна. Дракс, толкни-ка эту колонну. Да. Нет, 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 не туда, Дракс. Какого хвоста? Погоновый ты в аду. Это был наш... Неважно. Вот он наш шанс. Бежим. Квилл. Эта штуковина реально на тебя запала. Ничем не могу ей помочь. Надо идти дальше. Мне это не нравится, Питер. О, это что,
камера пыток какая-то. Выглядят умиротворенными. Смерть бывает весьма умиротворяющей. Из них будто высасывают жизненные силы. Слушай, ты в порядке? Я будто снова на полусвете. Кое-кто из таких же, как я, на это даже купились. Крим говорили, что они избранные. Они в это вмять верили. Даже подыхая. Ты не верил? Я был из башковитых. Не могу смотреть. Идемте уже отсюда. А вот и ретранслятор. Он-то нас и выручит. Ну и сколько на это уйдет? Я без тебя не справлюсь. Конечно. Хорошо. Постой. Вот здесь. Ладно. Порядок. Ну. Зачем притворяться, будто мы не видели то, что видели в церемониальном зале? Потому что обещание — это скрытая ложь. Ты в этом уверена? Я была готова поверить, но знала, что проснусь и... Все исчезнет. Что вы видели? Я... Я видел маму. Живую. Но там был кто-то еще. Призрак. Да, именно. Девочка у этой твари в руках. Видимо, она ей лжет. Прокорел. Знаю она. Хвост у меня врал! Да, я специально так сделал. Милана уже в пути. Спасибочки. Ладно, уходим, пока эти вервольщики не опомнились. Так куда пристыкуется Милана? Ха, ты смешной, пристыкуется. Разрешения на стыковку у нас нет, будем импровизировать. Ладно, надеюсь, в космос сигать не будем. Вот он где! Не следуйте за мной! Я за Рейкером! Что? Тамора! Доверься мне! Ай-ай! Прямо по торсу еще одна куча дуболомов! Отлично! Главное не расслабляться раньше времени! Одним фанатиком меньше! Их вера ведет их в пропасть! Подорви их, ракета! Труд! Притормози! Выиграем ей время! Мы не сможем вечно убегать. Нужно отрезать им путь, или мы погибнем. Так, у меня идея. Спровоцирую перегрузку в аккумуляторах и устрою им бабах. Насколько большой бабах? Самому интересно. Отвлекайте их, а я все заминирую. Подхвосты здесь! Мне нужно время! Не подпускай их близко! Закончим битву! Работаем над этим! Мне кажется, или вы вообще поняли? Он спасет вертилу! Ну давай, пусти меня! Ты тупая квантовая кастрюля! На спас тебя три раза! Не хочу добить, но... Давай быстрее! Наши удары не наносят видимого вреда! Я не чувствую благородства в этой схватке! Потому что у тебя какой-то похмелье! Ракета! Как дела? Не дергай меня, когда я ползу во взрывчатке! Моя великая сила не используется! Такое ощущение, что я полю его уже вечность! Великий Громила! Мы его одолеем! Отлично! Слаженное выполнение маневра!
закончим битву! Один нормальный взрыв и все путем! Он смеется над нашими усилиями! Ракета! Я опасен! Вот где Гамора, когда она нужна? Говорю же, не командная на игру! На себя-то посмотри! Кто от нас уходит? Ты! Крыл хвостом клянусь! Если ты тебя меня подстрелят! Не бойся, мы тебя прикроем! Спокойнее не сам! Нет! Такой огромный робот может немало вытерпеть! Хватай их, Крут! Ракета! У тебя есть для них сюрприз? Готово! Все заминировал! А теперь валим отсюда! Сколько у нас времени? Я перестарался! Сону! Нет! Нет! Ракета и где? Сону! Надо вернуться. Свихнулся? Я тоже люблю шумные перестрелки. Но мы же оттуда едва выбрались. А как же Гамора? Это был ее выбор. И ты готов бросить ее? И Ники? А будь это Грут, и его бы ты бросил? Я есть Грут. Не говори так, речь вообще не об этом. Да ладно. Мы команда или где? Своих в команде не бросают. Скажи, это гигантский хвост ее армии роботов и зомбированных сектантов, что едва не пришили нас всех! Гамора? Это же... Да. Как ты выбралась? Неважно. Не вышло. Рейкер жив. Пока еще. Надо вернуться. Мы же не бросим Ники одну. Он ее в такое превратит. Завела свою шарманку. Знаем, приемный папаша, трудное детство. Жуть! Ракета! Что, это правда? И прикинь, ты не одна в жизни горя хлебнула. Это не значит, что мы мечтаем самоубийца. Потому что некий маньяк-псевдопоп решил сюрприз поманьячить. Если мы вернемся туда, нам крышка. Крышечка. Крышка. Я выбираю честную смерть, а не бесчестие. Какая муха ее укусила? Я есть Грут. Итак, сматываемся отсюда? Не спеши. Сперва попробуем связаться с Космо. Я есть Грут. План класс, но он не отвечает по паспорту. Ну а что нам остается? Мы без связи. Ну, вообще-то связь может и есть. Оказалось, там все не так хреново, как я было решил. Правда? Грут до него достучится. Да-да. У убивашки сегодня особенно боевое настроение. Эй, смотри, не поруби там ничего в грузовом трюме.
Запасы мы не скоро пополним. Дракс, ты в порядке? Я размышляю об этом. Я тебя понимаю. После этой истории с Ники и обманным обещанием, мы видели, как наши близкие умирают второй раз. Моя семья не просто умерла. Их убил Танос. Хотя я не хочу это обсуждать. Кыш, кыш, подвинься. На что смотришь? Ну нет, я запрещаю тебе жевать мой корабль. Мой корабль. Шла, уйди. Ишь ты, видать, нравятся ей эти кнопки. Кстати, для чего они? Панель экстренного открытия дверей. А как же ты не знаешь? Это ж твой корабль. Эй, я похож на инженера? Нет. Я есть Крут. Страж Галактик. Космо, друг, куда пропал? Тебе не дозвониться. Прости, Петр Квилл. У Космо связаны лапы. На забвение прибыла Церковь Вселенской Истины. Что? Как ты там? Пока что жив. Космо предупредили вовремя. Но кору пришлось отключить. Предосторожность. Ну и денек, да? Эта вылазка чуть не стоила нам жизни. Вернемся, расскажем. Нет. Это дело не по зубам Космо. Стражу Галактик нужно лететь на Ксандр. Просить у мира сознания помощи. Космо не в силах пробиться. Стражу Галактик необходимо... Космо, в чем дело? Что такое? Я есть Грут. Нас напали? Так вот они, трусы, опорочившие леди Хеллбендер.